сегодня в экономическом календаре. В 15.30 в США выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом и месячном выражении. Также в это время будет опубликован индикатор на личные расходы. Выход данных лучше прогноза приведет к росту спроса на американский доллар. В 16.45 ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе США. Рост значения показателя сверх ожидаемого уровня будет стимулировать покупки доллара. В 17.00 выйдет важный показатель экономики Соединенных Штатов – индекс производственной активности Института управления поставками. Показатель имеет высокую степень надежности и используется для оценки состояния американской экономики. Превышение прогноза будет способствовать покупкам доллара США. В это же время будет опубликован индекс занятости в производственном секторе от ISM. Снижение показателя по сравнению с ожидаемым значением может стать негативным фактором для курса американской валюты. В 17.50 член ФОМС Джером Пауэлл выступит с речью. Его комментарии могут оказать влияние на краткосрочную торговлю американским долларом. Обратите внимание, завтра в 11.30 по московскому времени Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе. Результат публикации повлияет на движение фунта стерлингов и даст возможность заработать на этом движении. Аналитики банков JP Morgan и Национального банка Австралии видят в долгосрочной перспективе нисходящий тренд пары британский фунт – американский доллар. Не упускайте открывающиеся возможности, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.